Всем доброе утро. Здрасте. С утра не станешь, как говорится. Вот. Ты уже играешься, что ли? А я думаю, чем бы мне позавтракать? Уже все надоело. Чем бы позавтракать таким? Чтобы вкусно, сытно и не калорийно. Это, конечно, из зоны фантастики, но все-таки. Помечтать-то можно. А, я хотела патчи. Патчи наложить хотела. Яиц нету. Одно, два, три яйца. Ой, надо купить. А машину сегодня муж должен был отвезти. Ну, там. Масло посмотреть. Что там еще-то в нем смотрят? Воду. В общем, все дела. Вольта. Вольта. Сеть. Тумба. Мыльничек. Ой, мы тут еще выучили кое-что. Я, может быть, на днях вам покажу. Это можно обоссаться и не жить. Так смешно. Так что подписывайтесь, следите. А я пойду патчи наложу. И буду думать, что мне позавтракать. Я такая деловая. Говорю, муж увезет машину. Чарли, бен пураки. Чарли, бен пураки. Пурай. Ага, она вон как стояла на одном месте, на вчерашнем. Где я припарковалась, там и стоит. Забыл, наверное. Так уже вторую неделю, кстати. А после обеда я на пляж поеду. Смотрите, у нас какая мусорка. Вчера никто ее, наверное, не забрал. Посмотреть хочу, мои стулья стоят, стоят, родимые. Один забрали, представляете? Один вот такой. О, что-то отодрали всю половину уже. Один забрали... А вот остальные стоят. Сейчас мы тут с Чарли погуляем немножко. Он свои дела сделает. Жарко уже очень, время 10. Но жарище. Я в своей юбке. Мне вообще она невесомая. Ее вообще не чувствуешь, как будто идешь голая. Такие вот дела. Гуляем немножко. Смотрите, какое, блин, а что не видно? Шикарное платье. Как вам показать, чтобы я вообще хорошо вижу? 35 евро всего, представляете? Шикарное платье. Это я. Ой, что это у меня? Вспышка. В общем, я хожу в магазине, вот в этом лифте. Лифтис называется. Смотрите, какой ремешок прикольный. И он тянется. Но он стоит 6 евро. Я бы хотела со скидками сейчас найти, ну, что-то покрасивее. Я в прошлом году классный пояс купила, или ремень, как хотите, так и называйте, со скидками хорошими. Так что это только первый магазин, поэтому так вот смотрю, шарфики такие в моде сейчас, плиссированные, как моя юбка. Блин, как она мне нравится вообще. Так, здесь у нас сумки. Тоже это как моя. Ну, это уже сезон. Мне нужно мужской посмотреть кое-что. Ой, вот эта футболка красивая. С карманом. Си. С женщиной на одну и ту же майку смотрим. Она говорит, смешная. Ну, не смешная, симпатичная. У меня муж любит футболки, майки только с карманами. Чтобы телефон туда класть. И вот я и высматриваю все футболки или майки. А еще он любит кепки. А что-то их тут не вижу. Бейсболки. Бейсболки. Я пару выбросила. Так, вчера только крика было. Ты что, они такие красивые. А так как я их часто стираю, они уже там все драные-передраные. Смотрите. Ой, боже мой. Это кто такое носит? Прикольно. Что-то нету шапки зимние, уже продают, а кепок нету. Так, все-таки футболка. И качество хорошее, кстати. Сколько она стоит? 12 евро. Прикольно, смотрите, с этими Симпсонами. И цвет темный. Хороший. Ладно. Я вам хорошо показала, а то я бывает так, что покажу и нифига потом ничего не видно. Пойдем в другой магазин. Это все уже детское. Детское нам не надо.
кстати, позвонила мужу, говорю, а ты что мне мою машину не взял посмотреть? А он говорит, я позвонил механику, механик сказал, с ней все нормально, но мы ее возим иногда на проверку. Говорит, техосмотр пройдете, так что не переживай. Но не в этом дело, он просто в отпуск ушел. И все. Механик, которому мою машину возит, ну, так как он ее видел, то он знает. А там, говорит, если не пройдете вдруг что-то, потому что могут придраться к чему-нибудь, они тут любят придираться, то тогда уже и привезете. В общем, вот так. Буду гулять. Я сейчас в Спрингфилде. Смотрите, здесь тоже чудные, смешные маечки. Такие футболки прикольные. Смотрите, а вот с Кока-Колой. 12 евро. Это Спрингфилд или вообще где? А, Пулбери, это Пулбери. Ой, они для меня одинаковы почему-то, не знаю, всегда их путаю. И сейчас, наверное, модные такие смешные, чудные. А еще я там кроссовочки одни увидела, но я себе заказала супер крутые, классные кроссовки. Ну, так были, по крайней мере, на сайте. Так что ждем, с четверг, может быть, придут. Тоже мужской. Я с карманами смотрю. Вот, смотрите. Я не люблю, вот, когда черепа всякие вот нарисованы на одежде и не на одежде. Ой, а вот, смотрите, прикольно, как очки с бананом выглядывают. Вообще много таких вот всяких смешных. И вот, смотрите, типа телефон. Интересный. И цены, смотрите, неплохие. 9 евро, 10. Да? Прикольно. Мужская одежда. Женская. Вот такие вот цветные, разноцветные кроссовки сейчас. Вижу, все носят. Я себе купила такую нижнятину тоже. Разноцветные, прикольные. Вернее, не купила, я их заказала. Ладно, идем отсюда. Какая юбка красивая. Тема плессировки. В общем, отсюда достану. Смотрите, какая красота. Классная, да? Вообще супер. И стоит она что-то не очень дорого. 20 евро. Хоть чем. Вообще супер. Понравилась вам такая? Была еще черная здесь. Это как раз Страдивариус. Который, а вот черная еще, смотрите. Тоже на зиму даже годится. Вот платьишко такого же фасона, тоже красивое. Смотрите. Летняя, да? Симпатичная. А, вот еще белая. Вообще, короче, плессировка рулит, мне так кажется. Но это как-то слишком обычная и очень тяжелая. Тяжеленная какая. Там еще вот такая вот, типа, цвета сальмон есть. Тоже интересное платьишко. Но лет уже, считай, что тут месяц у нас остался. 2-3. В общем, симпатичное платьишко. Оно стоит у нас 26 евро. Смотрите, какое красивое. С разрезами. Очень симпатично. А вот уже с длинным рукавом. Ой, смотрите, как будет развиваться на ветру. В общем, все красиво. Эх, где же денег взять? Нет, даже не денег. Времени. Где взять времени, чтобы все это носить? Потому что когда это все носить, я не знаю. У меня тоже столько одежды дома, что я половину не надеваю. Просто не хватает времени. Потом одно и то же одеваю, и все. Одно и то же. Что мне нравится. Ладно. Идем дальше. Почти домой. Ой-ой, друзья, я уже дома. Что-то мне тут такое ощущение, что что-то есть. Я такие вкусняшки купила. Обалдеть. Сейчас покажу. Смотрите. Я думала, ее больше нет. Она есть. Цена такая же. 6 евро килограмм. Около 6. Кстати, я зашла вот в фруктовый магазин, где он такой дороговатый, скажем так. Ну, там, конечно, фрукты и продукты все очень высокого качества. И там оказалась черешня. Ням-ням. А еще смотрите, какие сливы. Как наши, как деревенские. Я когда их увидела, мне напомнило, это мой бабушкин сад. И они пахнут сливами. Обалдеть. Конечно, они дороговаты. Они тоже по цене, как черешня. Но, блин,
Это того стоит. О, водички нету, моей рыбы. Вот такой водохлеб. Вообще. Только успеваю наливать ему воду. Ты такой водохлеб? Жарко, наверное. Купила персики вот такие, но это мужу. Ему нравится из Гвадикс. Это такое деревня такая, там выращивают эти персики. Были еще из Мурсии, но он говорит, самое лучшее это из Гвадикс. Гвадикс. Не знаю. Пахнут персиками, кстати. Ну и соль купила. Соль йодированную покупаю всегда. И картошка. Картошка. Цены вот не помню. На картошку, помню, 89 центов килограмм. Или 88. Вот 88. А это, наверное, персики 2,50 стоит. В общем, черешенка. Главное, черешенка. Я говорю, дайте килограмм. Не знаю, насколько она хорошая, но я у нее спросила. Говорю, твердая? Она говорит, да. А пока я съем вот эту сливку, она мягкая и, наверное, вкусная. А готовить я сегодня не буду ничего. У меня есть окрошка, а мужу сделаю картофельную запеканку. Но, ну, тортилью. Но яиц у меня только 3 штуки. Напишу ему, пускай покупает себе яйца. Яйца пускай покупает себе. И все. И пускай их лупает. Ну и мясо, наверное, ему достану. В общем, сейчас посмотрим. Готовить ничего не буду, да? А, еще пояса купила. Вот 2 пояса купила. Вот этот у меня я в прошлом году покупала. Он у меня уже есть. Но мне он так нравится, он такой удобный, и я купила еще себе такой же, причем цена хорошая, 3 евро. Стоил 8 евро, он очень мне нравится. Вот такой магазин NCD. И вот такой тоже ремень купила. Ко всему подходит, потому что у меня очень много вещей розовых, синий под джинсы. В общем, такой летний, симпатичный. Он вообще копейки стоил, 2 евро. 2 евро. Хотела такой же синий купить. Там вот такой только синий был. И вот эти, также косичка с горошком была. Но тот был почему-то по 6 евро. Очень странно мне это все показалось. И за 6 евро их я не стала брать. Такие вот у меня покупочки. Но главное черешенка. Время еще очень рано, поэтому сливку съем. Недолго думая, решила постель поменять и подушки просушить. Погода замечательная, солнце, жарко. И, в общем, снимаю. Что-то лежала, думала, когда я буду подушки сушить? Уже пора. Я каждое лето их, помимо того, что стираю, еще и просушиваю. Чтоб прям хорошо-хорошо. Как моя бабушка делала в деревне. Они, по-моему, так пахли вкусно. Вообще, мне нравится вот эта у меня подушка, она перьевая. И вот этот запах, мне он так нравится. Запах перьев вообще прям. Ай, вкус детства, запах детства. Ай. Еду на пляж, но сегодня я еду со всеми родственниками. Они там на пляже встретятся. Но мне позвонили сестра двоюродная, мужа, вернее, жена брата. И говорит, поедешь на пляж, мы там где дача. Я говорю, ну поехали. Потом под шумок сестра мужа позвонила, что она тоже хочет. Чтобы я заехала за ней. В общем, я сейчас за ней заеду. И мы поедем на пляж. Гляньте, какая грязная. Я хотела, чтобы муж ее помыл. А он, видимо, не хочет ее мыть. Как вкусно пахнет. Яблоко. Встретимся на пляже. Я уже подзагорала. Вон там мы сидели. А сейчас я поеду. Мне нужно машину заправить. Совсем мало бензина осталось. Заехать в Лидл, хочу моцарелку купить. Завтра с помидорками покушать. Тут понаставили уже машину, тут половина машин наших родственников. Потом они говорят, смотрите, вообще поставили так машины. Говорит, сможешь выехать? Я хорошо свою поставила, поэтому я смогу выехать нормально. Конечно, мне этот пляж больше нравится. Здесь очень хороший, галька такая хорошая. Вот что парковать машины, это не очень. И душ здесь, душ далеко. Очень. А я соленую воду люблю, чтобы она смывалась. Потому что мне чешется потом кожа от соленой воды. Ой, как вкусно апельсин. Апельсин яблоком пахнет. Еду заправляться.
В общем, так хорошо лежать. Я еще вентилятор включила, он там поддувает, скажем так. Я всегда, когда прихожу в Чарли, такая жарища. Но время уже 9, и пора идти за подушками. А то сейчас, знаете, когда солнце садится, такая влажность начинается, что все опять будет сырое. Так что полезем наверх. И будем белье снимать, постель застилать, подушки все спускать. Ой, я там их так разложила, что мам, не горюй. Смех и грех. Ой, хорошо-то как. Видите, как? Одна тут, тут, тут. Там две висят, тут. В общем, везде. Везде подушки. Вот все висят. Вот эти вообще стирала. Высохли. Высохли фонтаны. Лето кончилось нежданно. Желтые тюльпаны. Ты мне даришь, как ни странно. Знаешь ли ты, жесток. Красота. Люблю вот я смотреть вот на такие виды. А там море. Море, море. Но его не видно, потому что оно слилось с небом. Ладно, понесла я подушки. Что тут? Прищепки вообще у меня не это. Ломаются, страсть. Вот ломаются, надо новые покупать. Прям пук, берешь от солнца. Здрасте, приехали. Кто тут ко мне пришел? Кто тут ко мне пришел-то? Да, сейчас тебе тут не жарко. Не жарко. Иди. Не хочешь? Иди. Ой. Он думает, сейчас играть буду. Нет, не буду играть. Некогда мне играть тут с тобой. Во, какая гора всего. Сейчас поставлю себе алкоголичку. Несмотря на милое личико. Алкоголичка, алкоголичка. И буду заправлять постели. Приготовила себе ужин. Ляпа моя. Арбузиком поужинаем. И буду садиться монтировать. И смотреть телек, отдыхать. В общем, завтра рабочий день. Так что будем прощаться с вами до завтра. Всего вам самого наилучшего. И всем пока.